Налоговая декларация по форме 3 НДФЛ – это письменное заявление физического лица о своих доходах и расходах за год. Если вы получили доход, то подавать декларацию 3 НДФЛ в налоговую – ваша обязанность. А если вы имеете право на вычет, то сдавать или не сдавать декларацию – уже ваш выбор. Срок подачи декларации о доходах – 30 апреля 2023 года. Представить декларацию можно по месту своего учета, либо в многофункциональном центре по предоставлению услуг. Также представить декларацию можно в режиме онлайн, через сервис «Личный кабинет налогоплательщика» или на портале государственных услуг. Также можно заполнить декларацию в программе декларации 2022 года. Отчитаться о доходах необходимо, если в прошлом году налогоплательщик продал недвижимость, которая была в собственности меньше минимального срока владения – 5 лет. Получил дорогие подарки не от близких родственников, выиграл в лотерею, сдавал имущество в аренду или получал доход от зарубежных источников. Отчитаться о своих доходах также должны индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатский кабинет. Оплатить НДФЛ, исчисленный в декларации, необходимо до 17 июля. За нарушение сроков подачи декларации и уплаты налога гражданина могут оштрафовать. Также его ждет начисление пени и взыскание задолженных средств через суд. Срок подачи декларации о доходах не распространяется на получение налоговых вычетов. В этом случае направить декларацию можно в любое время в течение года. Освобождены от налогообложения доходы, полученные от продажи имущества для семей с двумя и более детьми, которые не достигли 18 лет, или дети 24 лет, которые обучаются в общеобразовательных учреждениях на дневной форме обучения, и кадастровая стоимость проданного жилья не превышает 50 миллионов рублей. Дополнительную информацию по декларации можно получить в налоговой инспекции города или по телефону 3-68-75. Анна Пилипец, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей Саров-24.